Уют, радость и море нежности – вот что способны бескорыстно привнести в нашу жизнь домашние питомцы. Если вы решили порадовать себя и близких пушистым хомячком, задиристым попугаем или же энергичным щенком, помните, что руководствоваться лишь интуицией недостаточно. Перед покупкой важно убедиться, что малыш здоров. Внешне активен, хорошо кушал, не было каких-то кожных поражений, глазки чистые, ясные, когтики хорошие. Понятно, чтобы животное было активное, веселое, хорошо кушало и игралось. Здравствуйте. Кто у нас сегодня на приеме? Она к Шерлоку. Для Шерлока это первый поход к врачу. Валерия очень ответственно отнеслась к приобретению котенка. Сейчас важно разобраться с правилами вакцинации. Прививать необходимо по последним рекомендациям ВСАВА, это Всемирная ветеринарная ассоциация, до 16-недельного возраста, начиная с 2,5-3 месяцев каждые 3-4 недели. Кстати, покупать котят рекомендуется не ранее, чем в 2-месячном возрасте, а еще лучше после полной вакцинации, которая завершится к 4 месяцам. Важно понимать, что вы берете на себя ответственность, потому как четвероногий друг, как ребенок, требует постоянного ухода. Воспитание вашего котенка начинается именно с того момента, когда вы взяли его первый раз в руки. И это очень важный момент, потому что все же иерархию нужно соблюдать. Не животные у нас в доме хозяева, а исключительно вы, человек. С приобретением щенка также не следует торопиться. Важно помнить о вакцинации. Кроме того, пес должен быть близок к хозяину по темпераменту. В возрасте 2 месяцев крайне трудно определить нрав собаки, потому профессионалы советуют покупать щенков 3-4 месяцев от роду. Если вы приобретаете питомца у заводчика, то не стесняйтесь высказать свои пожелания. Этот человек ухаживает за щенком с самого рождения и сможет предположить, какой именно пес окажется вам ближе. Вот этот вот он красавчик, он это знает, он очень такой прям весь выставочный и перспективный, то есть он высокого мнения о себе, он это чувствует, свою красоту неземную. Этот попроще, он такой рубаха-парень, это настоящий компаньон и дружок. Он всем подойдет. Чтобы лучше почувствовать животное, используют разные методы. Как вариант, остаться со щенком наедине, чтобы посторонние шумы не отвлекали малыша. Виталии оказалось достаточно нескольких минут для определения своей собаки. Мам, давай возьмем эту собачку. Ну хорошо, давай. Ой, зады. Саша, давай возьму эту собачку. Некоторые называют домашних питомцев лекарями души, ведь они дарят бесконечное счастье и внутреннее умиротворение. Я очень счастлива, что у меня появилась собака. Я очень говорю мам, и она мне ее подарила. Я ей придумала кличку «Крошка». Главное, помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Вероника Росинская, Илья Пучко, специально для студии. Хорошего настроения!